На сквере «Солнечный круг» возвышается черная скульптура скрипичного ключа. Точнее говоря, возвышалась. Теперь она лежит на тротуаре, и увидеть ее под правильным ракурсом можно только сверху. Простояла скульптура меньше года. Сквер «Солнечный круг» установили по программе местных инициатив. Стоимость скульптуры – 25 тысяч рублей. Теперь металлическая ножка скрипичного ключа обломана. На ней можно увидеть следы ржавчины. Неизвестно, упала ли скульптура из-за естественных факторов или не обошлось без помощи вандалов. Потому что схожие случаи в Рязани уже были. А лавочки и урны около лесопарка разломали неизвестные. То, что произошло, человек это совершить не мог. Это зверь, потому что здесь было разбросано все. Здесь было так все, вот даже железные лавки были так сломлены. Урны были, знаете, как будто вот жестяную банку вот так вот скрутили. Части скамеек были разбросаны на большом расстоянии. Это было ужасно. Но это же ведь, видите, кто-то ведь даже срезал. Это какая-то техника должна была подъехать. Но я не знаю, аккумулятор как минимум должен был быть, чтобы это срезать пилой. 8 урн, 8 скамеек. На дороге к лесопарку располагается несколько зон отдыха, где стоят лавочки со спинками и урны. Теперь от них остались только сиденья. Вообще всех надо наказывать за это дело. Нельзя так. Общественным местам ломать нехорошо. Вандализм всегда плохо. В любом варианте. Что с лавочками, что с могилами, что совсем, что еще. Наши дети здесь гуляют и лазят по этому мусору. Конечно, мы против. Мы даже готовы сами собрать на субботник и помочь это все убрать. В настоящий момент все отломанные детали убрали. Полиция проводит проверку по данному факту. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».